Я Никулина Мария Владимировна, родилась в 29-м году. Песчаном. И в 41-м году я окончила 4 класса и пошла с 1 сентября в 5-й класс. Да. В 5-м классе мы окончили всего один месяц и пришли немцы. Да. Мы не стали учиться. Да. И распустили нас. Не учились. Немцы оккупировали. Двери они рубали, чтобы топить хату. Да. Овец ловили, резали. Да. А приходят, чтобы было им тепло, снимают все. Да. Голые начинают в шеи бить. Да. У них вот утро начинается с музыки. Они, наверное, или завтрак, или не знаю, или зарядка какая была. Музыка. Музыка такая по речке, оно ж слышно. Да, и мы это все знали. Как только это все прошло, немцы бегут сюда по деревням. И то яичко, то молоко, то курка. Ага, да, вот. И вот они бегут и бегут. Да. Некоторые первые пробегут, яйца почти что с курками убирают. Да. А это гляжу, носкоча, туда не было тогда улицы этой. Идет носкоча, молодой. Ага. А я, мать не знаю, где была. А я раз хату замкнула, а у нас там была ямочка. Такая небольшая. Деда Гамони, это была кузня. И уже было это рассад, вот такой, ячмень. А я туда раз и спряталась. Он увидел. И прет прямо ко мне. Подошел ко мне и стоит. А я подняла голову. Достать пистолет, стрелять. Ну, я не помню ничего, ладно. А потом забрал, ушел. И это Буруева опруха. Они стали из сундука у нее забирать там, я не знаю, шубы. Ну, наверное, ноги укрывали или укрывали сами. А тогда шубы были, это же на вес золота. Это самое дорогое. Как сейчас шубы. Красивые. А тогда овчинные шубы. Да. Она как начала с немцем драться. Да. Он скрипит, себе тянет, она себе. И додрались до того, что она у него шубу забрала. Откуда-то слух появляется. Ага, говорят, с Волги пойдут. Погонят немцев. Да. Через сколько начинается... Идут немцы назад. И они шли потоком. И таким потоком, что нельзя. И тут, наверное, человек 6 или 7 это, строю. И не пройдешь улицу. Это тогда же это не было улицы. Не пройдешь. Немцы шли с обаяний, а наши с Павловки. И вот они встретились в этом Череново и начался бой. Под Белой. Между Череново и Белой. Там. На шляху начался бой. Да. Я бросила корову, бросила обрывок. Я знаю, что корова шпалю за мной. И пошла. Побежала. На той стороне наши стоят с погоном. Уже погоны. Водили, но еще не было на плечах. А мы, дети, мотаемся. А как погоны у вас? Они нам показывают погоны, но тут их нету в карманах. Да. И говорят, да тут бой, Черенов, бой был. Мы побежали у Черенова смотреть. Валяются убитые, да, наши немцы. А
наши пришли сюда и отдыхали. Что-то не месяца полтора отдыхали. Этих красных было полно. Тогда не называли их солдатами, красные. Ну, да. Красная армия. Да. И готовились курсы другие. У нас стояло трое, эти вот, которые пеленговали самолеты. И я тут, как тут, с ними, уже знала всех самолетов, которые шли бомбить. Да. Наши тут, а они летели Курск бомбить через, и я рот раскрывшуюся, да, как летят, а я бегу уже, кричу, ой, Дулас, ой, там другие, уже знала номера, да. А потом раз их и всех забирают, отправляют, да. А в Селезнёво через... У них сад был, через этот весь сад построили госпиталь. И когда начался бой, сюда начали везти раненых. Из каких раненых везли? Которые, значит, привезут, они умирали, их тут же хоронили. Ну вот хоронили. И начался бой. Бой начался такой, что земля вот то горела, начиная... Новинская, вот то. Толстая. И та сторона, верхопенья, та сторона. А мы сидели на завалинке, вот тут смотрели вечером. Это день и ночь горело все. Горело. И мы этого не боялись, когда горело. А когда начинался вот только бой, это воздушный, это бегом убегали. Это страшно. Это такой рев, это такой треск, это свист, это стрельба. И главное, если то высоко это было, это низко летает. И как летает, что мы по Поповскому, отсюда по Поповскому упору до дома лазали. Ну а вот победа, как пришла победа? Как вот объявили, что это было? Вот? Это мы пошли уже в школу. Да, я пятый класс. Это я с 29-го года рождения, а пишу с 31-го сейчас. Да. И вдруг, значит, в мае месяце объявляют, провели. Заставляют песни петь. Да. А песни петь, кто поет, а кто плачет. Ой, а работать надо. И мы начали все работать. И мы, матери идут, и мы идем. Свеклу сеяли, они пололи, мы долгоносиков собирали, мушку собирали. Да. Потом по пшенице. Вырезали рожь. Ну, да. Которая выше была, да. Вот эти, как-то их называли. Колоски, да, потом начали косить. Бабы косили. Да. Бабы вязали. Бабы снопы. А мы собирали в хрессы. А потом сносили. Еще они сносили на коровах скирды. А потом приезжала эта молотилка одна была на несколько колхозов. На Нечаев бывало. Трактором таскали ее, молотили, давали на неделю. А до этого, значит, привезли моего отца, всего избитого, а никого ж не было.